На плечах Ольги Казаковой лежит ответственная миссия – руководство целой школой. Должность директора успевает совмещать с преподаванием физики. Более 35 лет она воспитывает подрастающее поколение и обучает детей точным наукам. По словам Ольги Эдуардовны, система образования сильно изменилась. С появлением компьютерных технологий школьникам уже недостаточно заучивать материал из книг. Нужно учиться оперативно искать информацию, выбирать факты и грамотно работать с источниками. А поэтому нужно и перестраивать саму систему преподавания. У меня сегодня был нетрадиционный урок, я до сих пор преподаю физику, так называемый мозговой штурм. Те дети, которые привыкли быть отличниками в традиционной системе образования, в этом уроке, ну скажем так, проиграли, потому что нужны были интерактивные знания, умение быстро работать с источниками из интернета и так далее. И дети, которые вроде бы не обладают академическими знаниями, они оказались победителями. То есть жизнь диктует свои правила. На торжественном мероприятии 10 учителей были награждены знаками почетного работника в сфере образования Российской Федерации. В школах, детских садах, колледжах и университетах Анапы трудятся более 2000 опытных педагогов. В дефиците молодые специалисты. Но ситуация уже меняется. Сейчас педагогические факультеты пользуются популярностью. Что может быть важнее профессии учитель? Это не профессия. Это призвание, которому вы когда-то посвятили всю свою трудовую жизнь. Это работа на отдачу, это работа на благо наших детей. Работа на будущее. Будущее нашей малой родины, Краснодарского края и России в целом. Профессия учителя – это самое главное, что есть в нашем обществе. Ведь вы вкладываете и формируете человека, создаете его будущее, открываете путевку в жизнь. Все, что вы делаете, это действительно мастерство и подвиг. Почетные грамоты и благодарности от Министерства образования получили 130 учителей. С профессиональным праздником педагогов поздравили лучшие анапские коллективы, подготовив концертные номера и театрализованные постановки. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.